Добрый день, дорогие зрители. Сегодня опять с вами я. И в последнее время людям стало на все похуй. Вообще на все. На все, все, что происходит, на все похуй. Самое видно, что даже на то, что похуй. И я сегодня вышел на улицу, чтобы узнать об этом. Действительно, людям на все похуй. Итак, у кого узнать? А он паренек стоит. Может, к нему подойдешь, спросишь? Точно! Вам похуй? Наверное, да. Вы что делаете? Это ответы на вопрос так и не услышали. Вам похуй? Наверное, да. Наверное, да. Ему а как вы относитесь к тому, что вам на это наверное... Ему тоже что похуй. Всем похуй. Наверное, похуй. А чё вы меня все время спрашиваете? Потому что здесь больше никого нет. Бабки я не пойду. А почему бабки не пойду? Если не хочу. В чем суть разделения властей? Не вот так. В чем суть разделения властей? Я, кстати, еще спортом занимаюсь. Ну это ладно. В чем суть разделения властей? Серьезный вопрос. Это тебе не это. Не того этого. Ты еще мне вот так. Ну вот так вот. У меня свой микрофон. А вот свой микрофон. Видите, какие времена? У всех даже свои микрофоны есть. Микрофон. Все лучшее. Все лучше.